Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья Советов ищут футбольного киллера. Мегалада в финале личного первенства чемпионата страны по ледовому спидвею. В Самаре стартовал турнир по хоккею «Золотая шайба». Рекордное количество команд примет участие в турнире «Золотая шайба». Соревнования начались в минувшую субботу. Итоги подведут уже в следующем году. Чем удивляли юные звезды хоккея, смотрите в нашем репортаже. Ледовый бой ведут не только суровые мужчины. Эти девчонки из Нового Буяна дадут фору любой команде мальчишек. К хоккейному турниру девушки готовились ответственно, строгий режим и по нескольку тренировок в неделю в течение нескольких месяцев. Теперь готовы показать класс. Ну, хоккей это вообще, ну тут же силовые приемы. Вот. Ну, а я играю то, что мне нравится, адреналин, все такое. Турнир «Золотая шайба» открывается с показательных матчей. Играют 4 сборные команды. На хоккейный турнир приехали ледовые дружины со всей области. Заявки подали 80 сборных в 3 возрастных номинациях. Это рекордное число команд. Областной хоккейный турнир – хорошая возможность для этих ребят проявить себя и попасть в спортивную школу. Отбор ведется, тренера смотрят, потом мы их в школу приглашаем. Естественно, только со дворового вида спорта мы достигнем высокого уровня и высокого профессионализма игроков. «Золотая шайба» в Самарской области проходит уже в 3-й раз в этом году в рамках окружного этапа соревнований в Приволжском федеральном округе. Сражаться за звание лучшего команды будут в течение месяца. Победитель определится уже в следующем году. В финал личного первенства страны по мотогонкам на льду вышли 4 мегаладовца. Даниил Иванов, Никита Толокнов, Игорь Кононов и Игорь Сайдулин. Борьба за места в национальной сборной, можно сказать, стартовала. Победители чемпионата страны поедут на международные соревнования. На зимних каникулах «Крылья Советов» планируют усилить линию нападения. По словам главного тренера Франка Веркаутерана, он ждет игроков, которые принесут что-то новое и сильное. «Мы ищем варианты, ищем форвардов с инстинктом киллера». Конец цитаты. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.